решили кардинально изменить нас. Техника называется слабоумие и отвага, да? Да, безумство храбрых поем и песни. Ну представь, если заказчик видел, как ты делаешь. Была красивая шпаклевка, и ты взял свою майку, закатал. А так бывает, Настя там делает, заказчик говорит, Олег, мне уже нравится, Настя, ну а ты понимаешь, что там еще ж... Еще лучше делать. Да, на полу, ну это еще ж полуфабрикат. Она, не, мне уже все устраивает, не надо, не трогай. А так было красиво, что ты делал? Я говорю, да все, она еще будет лучше. Лишнее снимется, да? Реальная палубка. Африканский венгер здесь получил. Нет, ну тут попробуем сейчас делать. Ну сейчас попробуем пасту сделать под африканскую, потом. Второй нести. Зибрана такой. Видишь, получается, без, ну, вот, декоративная краска, она сохнет мигом. Да. По-моему, воском с чуть-чуть добавим такого. Так что ты хотел, помнишь? Муха. Да. Да. Бамбука. Ну, я думаю, бамбук может быть. Бамбук? Да. Хорошо, он все пишет? По-моему, да. В общем, решили, что это попробуем делать вот под бетон. Чем мы вооружимся? Вооружимся в одном год. Вот для Марселя. И возьмем немного бузочка.
знаешь, что можно? Дай мне бронзу. Вот бронза. А вот самое темное. Самое темное, которое мы сюда добавляем. Что ли? Тоже бронза? Тоже бронза. Бронза, золото и жасмин. Мне кажется, она была почернее, нет? Нет, она и есть. Ну вот, она, видишь, да. Античная бронза. Где-то она здесь была. Вот. Это рельеф. Вот бронза. Нет, это обычная. А античная вот. Вот она такая. Ну, она видна. Взрослая. Потемнее. О, вот это. Какой-то типа ржавости, да, наверное? Ну, не знаю, ржавости, но, в всяком случае, она даже, наверное, многослойности, понимаешь? Монохромные. Ну, да. Не обязательно темный, я не знаю. Вот штампом и этим материалом. А забит уже там, ну, не знаю. Потому что бежал. Попробуем код. Это Тангенга, да, очень популярный. То есть опять взяли вот для Тангенга, и смешиваем его один к одному с античной бронзой. Почему не чисто античная броза? Ну, во-первых, это фасадная краска, она быстро очень сохнет. И она, опять-таки, может забить мне даже эту фактуру, да, которая вот сейчас очень классная. Поэтому мы делаем его какой-то такой прозрачный, ну, грамотровая патина.
чем мне нравится Аэроком, что это практически, да, используют там воск, да, перламутры, можно модельные массы, можно делать такие вещи, закачи. Стальное дерево, да? Да, да. Все стальное дерево. Да. Ну, во-первых, да, оно немножко сгладило. А верхушки, помнишь, они такие были колючие? Mm-hmm. Отлично, вообще супер. А сверху, может быть, я еще немножко добавлю графики какой-нибудь. Mm-hmm. Чуточку, ну да, сероватости. Снимаешь видеосъемку, да? Это я снимаю. А? Серьезно? Серьезно, вот маленькая камера. Вот она. Показываю, рассказываю. Ты делаешь? Да, да, да. Молли, ну ты молодец. И вот, заметил, да, там? Мгновение ока. Как он преобразился, образец глуховатенький. Ну, достал такой жирненький. Да, так нас видно. И подложка, которую мы делали с массой перламутровой, да, жемчужной штукатурочки лунного сияния. И берем серебро. Смешиваем. Получаем такой серебряный. Вот. Не знаю, оно осветлит. Потом берем такой штукалек. Немного прихватилось. Ну, хотя бы, чтобы было хоть одна, одна жало чистое. Вот, она носить тогда? Да, теперь, ну, есть, вчера с ней был, как и сын. Спрашивал там, или я тебе говорил, про марокканский штукатур? Да, да. Я пробовал что-то, но не очень. Ну, вот смотри. Еще один цвет еще куда не шло, но когда вот несколько цветов, это очень тяжело. Потом делаешь такой же заметик, да? Берешь. То есть у тебя главное, чтобы был не слишком большой контраст. Ну, когда в природе точно говорили, что имитируем, там все перемешивалось постепенно, то есть надо их вешать, и она между собой смешивалась.
То есть мы брали, да, вот этот? Да, бронзу. То есть, наверное, бронзу, да? И тоже сюда помешаешь. Может, даже немного меди? Ну, сейчас посмотрим, можем его потом еще и меди. Надо, чтобы ты понимал, что вот она должна быть такая. И таким же макаром наносим. И как это называется? Это кровь или как? Ну это да, это где-то получается у тебя виден и тот, и подложка. Ну да, она прозрачная. Ложка высохнет, будет прозрачная. Но видно, что вот у него не хватало, вот когда мы его сделали, вроде все, и перламутр, вот нет у него жизни, вот чего-то там не хватает. Ну, так вот получается воск, он вот этой вот жизни. Полированность. Да, да, да. Вот он даст. Он, видишь, он получается где-то уберется, где-то добавится. Вот. А ты хотел еще добавить. Давай еще. И в это же получается смесь, да? Мы еще добавим. Вот это достаточно много. Много, почему важно получать, чтобы там вот здесь у тебя присутствовало и серебро, и медь, и, ну вот когда ты делаешь последнее, они делают чисто отдельно серебро, а потом... Чтобы смешалось. Да, чтобы они были, ну вот на палитре, чтобы они не сильно... Ну, такой, был сильный, ну, не пятнами как бы, да? Да, не сильно контрастировало. Было такой более, ну, мягкие переходы. Посмотри, видишь, как здесь? Да, да, да. Чуть-чуть там оттенок, вот как... Только, типа, в маленькие углубления забывают. Вот это уже клево, да, выходит. Это уже ловко срыв? Никакой машины. Вот у тебя уже тут мечта сердца мрамор, который мы... Да, чуть-чуть сказал. Не, ну опять, мы это пробуем, это же не то, что там... Да, да. Если, например, нужно будет посмотреть, мы уже знаем, например, там, мы не будем там все вот как-то там познакомить, вот нам нужно будет раз, два и все. И все, да, да. Почему ребятам, когда вот они делают, говорят, что не обязательно повторять за мной след в след, понимаете? Вы увидели там общую картину. Пробуйте. Да, какие-то ходы свои. Я мне здесь поддал. Вот. Они боятся, знаешь, вот они думают, что если они будут четко следовать моим, так сказать, тогда они могут избежать многих ошибок. Ну, да. Нет, говорю, что у вас свой материал, вы же положили, там густота разная, говорю. Я же не могу увидеть, что у вас получается. Вот. А где мы можем сделать? Не, вот эти. Снимаешь ленточку, потому что если заходится еще человек, то это большой шанс, что мы его просто... Надо испортить. Я понял, там для чего-то не достает, туда надо сунуть на что конкретно, да? Так сверху. Да, да, да. Ну, если такой задачи не стоит. Желательно. Ну, это видишь, получается. Да. И видно, что это белое. То, что мы ложили под низ. Да, это белый. И серенький. Ну это благодаря воску. Видите, вроде как на зир мы почище ведем. Здесь
не расплавил. Я снимаю ленточку, покажу его до конца еще. Да, это. Не его как-то. Может, я сюда еще чуть-чуть коричневого.